Всем привет. Привет, привет. Мы выбрались на огород. Вот и что. Вау. Да, я посадила вообще. Меня хоть видно? Видно тебя. Крутые. Будем наводить первый год порядок в огороде. Да, это наш запущенный огород. Прошлый год мы поздно заехали. У нас... Не до огорода было. Да, ягоды вот собирали. Я не знаю, что мы собирали. Смородину. А еще что-то тут было? Клубнику. Викторию. Ну, клубника, Виктория. А кто тут он, этот чудо? Еще же что-то, крыжовник или что? Крыжовник. Вроде бы, да. Или что-то... Смородины было очень много. У нас тут небольшой такой участок. Но, тем не менее, свой, надо его засаживать. Но, чтобы он был ухоженный. Угу. Вот он, и на улице 31 сегодня, но ветрище. Ветер сильный. Бывает. Но мы сейчас сегодня чуть-чуть подскребем. Надо хоть посмотреть, хоть первый раз выйти, да тем более просто подышать, потому что дома духотище, жарко. Уже. Очень душно дома. У меня давление 80 на 60. Там что-то вот это просто все заросло, я не знаю, сейчас посрубать. О, надо выдрать все. Там до малины. Все повыдирать. Все потом перекопать, потом уже грядки делать и садить, семена все есть. Будем потихонечку. Ну, сейчас чуть-чуть поскребем. Избавились от травы. Надо... А тут тоже какой-то этот кустик. Вот я его вам и хотел показать. Сейчас я, наверное, буду пока малину вырезать. Всю эту, потому что она уже не плодоносит. А ты что будешь делать? А я что буду? А я буду туда. На. Туда. Подскри... Не надо туда пихать. Это чужая. Это чужая, это не наша. Запихает, потом мне штраф выпишут. Будем продолжать. Всякую какушку. Угу. Раньше я помню, в школе всякие субботники были. Пока трава не вылезла, а то сейчас потом вообще не выдергать, не вычистить. Да, вон сколько. Какой это всякой. Надо не забыть потом, что у нас машинка. Надо очистить родину, чтобы она сейчас сразу будет трава пробиваться. Избавляемся от малины. Потом будем тут все перекапывать. Работаем, работаем. Солнце еще высоко. Да. Да-да-да. Идет съемка. А то все меня снимает. Хитрюший какой. А ты куда пошел на соседний участок?
Он и там порядков наведет. Ну так тоже вроде никто не садит, ничего не делает. Все по 180 минут. Становится чище. Да, он видно, что уже травка пробилась. Просто все было под слоем сухостоя. Малина вообще вся сухая, ни одного тут нету. А, уже горю свое жила. Ты куда пошел? Наш маленький, хотя и все равно большой, не такой душный маленький. Ну, если убрать лишнее, то, что уже пора убрать, то да, он уже становится больше. Просто все за этими кустарниками казалось, что он вообще маленький, а так ничего. Помощник наш сегодня тоже с нами, да, Кирилл? Скажи всем привет. Кто любит замечания? Никто не любит замечания. А ты чё, без головного убора хочешь, чтобы тебе тыковку напекло? Напекло. Вот, но напечёт. Тепла можно хоть погреться? Напечёт. Я-то хоть видишь сегодня? Я в теньке. Угу. Показывай рабочий процесс. Пока я отдыхаю. Секатором. А их потом выкапывать же надо, да? Выкапывать потом надо. Знаю. Корни-то. Надо. Перекапывать все равно весь огород надо будет. Под грядки. Знаешь, как я сам буду вам помогать вам этими палками, просто боится. Я сегодня вообще по моде одела шарфик на голову, потому что ветер еще сильный, а в шапке уже жарко, а у меня уши больные, надо их закрывать. Продувает моментально. Мои мужчины работают. Сашу не ударь там палочкой. Да. И себе в глаз не стукни. Все. Все, мы закончили. Можно урожай собирать. Да. Какая чистота. Да. Такого сухостоя. Тут мусор убрали пока в угол. Может уберем, а может и не вывезем, не знаю, посмотрим. Тут какой-то куст. У нас там дверка выходит на дорогу. Можно со стороны дороги. Это я ее нашел. Да, 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 ты нашел. Можно. Желательно вывести. Как раз с той стороны удобно будет. На чем? Не знаю. Тут мусорки далеко вот эти. Просто тащить, если на руках, это раз пять, наверное, ходить, а мусорки далеко. В общем, сейчас надо землю перекапывать. И грядки делать. Мы что, садить будем? Конечно. Самое необходимое нужно посадить. Уже мошки, сколько мошек. Да, уже все, полезли. Насекомые, которых я очень люблю. Что мы сейчас будем делать? Поедем за мороженым. Поедем за мороженым, отметим этот день. Да, плодотворный.
на улице. Труд делают из... Вот ветер стих, вообще тепло на улице. Курника навольная тогда. Угу. Пошла на улице, а домой зашла сейчас, там вообще даже не хочется заходить. Дома такая духота после улицы. Так что мне что-то подсказывает, что мы теперь будем постоянно здесь. Если кому-то что-то надо убрать, скопать... Обращайтесь, 8-952. Ага. 8-800. Угу. Последняя цифра 72, подбирайте, звоните. Ладно, в общем, поехали мы домой и за мороженым. Всем пока.